теперь пойдем сейчас налево, а теперь пойдем направо. И вот и быстро соберемся, и обратно разойдемся. Веселые игры, конкурсы, викторины, сказочная история о том, как елка стала главным символом новолетия, и, конечно же, стихи и песни. В дни празднования Рождества Христова сотрудники и воспитанники детского сада номер 12 «Солнышко» решили отметить событие утренником. Рождественский праздник был организован в рамках программы духовно-нравственного развития дошкольников, по которой в детском саду работают уже больше 10 лет. Воспитанников старшей подготовительной групп педагоги совместно с их родителями приобщают к нравственным ценностям, закладывают основные принципы гуманной жизни, знакомят с идеалами добра и правды. Экскурсии в храм, экскурсии по достопримечательностям города, семинары, родительские встречи с чаепитием, акция «Рождественское чудо», акция «Посадить дерево», восстановление порушенных святынь. Курирует программу духовно-нравственного развития дошкольников в детском саду номер 12 настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Хомутове протоиерей Алексей Никонов. Он рассказывает о семейных ценностях, помогает любить и почитать родителей и старших, отличать добро от зла, бережно относиться к ближнему, знакомит с основами православной веры. Мы ведь, выходя из детского возраста, начинаем сами себя как бы ограничивать умом, да, умом нам говорит, да, этого не может быть, логически тут это непонятно. А на самом деле очень многие вещи надо воспринимать действительно сердцем, открытым сердцем. Дети, они это совершенно спокойно воспринимают, поэтому для них это хорошо, спокойно, просто, да, войти в церковь, если с детства их этому приучают. Помимо священника и родителей, на праздник были приглашены сотрудники учебно-методического образовательного центра, а также учащиеся Щелковской школы номер 4. Коллективы сотрудничают много лет, образовательные учреждения находятся по соседству, и большинство выпускников детского сада поступают именно в эту школу. Всегда обмениваемся интересными впечатлениями о празднике, дарим друг другу концертные номера, маленькие сувениры, подарки, и рады тому, что нас здесь так встречают. У нас же в школе тоже есть предмет ОРКСЭ, основы религиозной культуры. И нам очень важно, что с детского садика начинается такое вот сотрудничество, такая наша совместная интересная работа в этом плане. Праздник Рождества Христова в детском саду номер 12 прошел в теплой дружественной атмосфере. Завершился добрыми словами поздравлений, обменом сладкими подарками и традиционным фото на память. Александр Оржевский, Галина Хладцова, телерадиокомпания «Щелковая».